Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Я коренной москвич, всем привет от москвичей, йоу. Есть карта. Так, творческий режим, сейчас быстренько ставим. Да, сейчас я поставлю творческий режим, 100%. Это же я упал, когда... Я же все потерял. Звонки, поставив пранки, творческий да. режим, ты навсегда докажешь, что слаб в этой игре. Даже новички его не ставят. Да. Да и смысл от этого. Заткнись, если ты замет, блядь, козел. Свиней, а тут дракон края, чему Саки Саки, деду Саки. Заткнись, сука. Я сам буду решать, какой режим мне здесь приемлемый, понял? Я сам решаю, какой режим использовать. Чтобы каждый раз не после смерти не ходить, не искать этих животных по всей земле, собирать за этими рыбами и нырять. Заведи ты ферму уже нормальную. Я сомневаюсь, что вот этот раз будет у тебя последний раз. Последний. Ты опять где-нибудь умрешь, все, проебешь все свои вещи. Почему ты не зачаровывал? А потом вещи? Заново надо будет так искать, что собирать. Меньше урона, наносить вот. Больше и... урона и быстрее добывать руду. Ты каждый раз, а когда там можно какие-нибудь металлы добывать. Обнаруживаешь, там железо или алмазы, но ты все с собой не бери. Ты оставь чуточку, оставь беру, хотя бы блядь. На месте, чтобы у тебя уже что-то было накопленное. Зачем ты каждый раз это не с полным инвентарем ходишь? В режим не входит. В нежелаз. Это не я, это пена. Зачем ты это делаешь? Потом находишь какой-нибудь сундук, а у тебя места нет, приходится это все пена. Выкидывать. Потом все равно умираешь с полным инвентарем. Нет. Зачем тебе это надо? Вернись, да и положи все в сундуки, чтобы в следующий раз ходить. Да я не успеваю вернуться, все, ты хорошо, что не понимаешь? Это прохождение. Верим в тебя, да надеюсь. Да я не успеваю вернуться, родной. Пройдешь, пройдем-ка. Победишь, все-таки обезьяна прошла, ты тем более должен давай, пойти. Давай, да, еще давай вспомни, да, мартышка прошла. Я не смог, да, типа я дурачок, блядь. Давай, плюнь мне в лицо, давай, настри на меня, чё ты. Давай, давай, деда нам харкай, давай, плюнь мне, давай, чё ты, фраер. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Материалс. Зачем вы ему свои советы бубните в голосовых донатах? Он идиот. Он ничего из этого делать не будет. Он пойдет пару раз утонет в лаве, упадет с высоты, поорет, поплачет и пойдет смотреть друг вокруг. Дед, на, дай пене поиграть, он пройдет, может. Является не читерство, а бах, да можно. Я стану лучшим майнкрафтером на свете! Я написал в ВК Максимилиану.
О, ты чё? Https двоеточие слэш максим полз. Love you, братья. Спасибо, братан. Спасибо тебе, братан. Дед, на. Некрасиво обманывать зеблов, шкурка ты. Плюс в чат, что это полаумная обезьяна сегодня опять не пройдет. Мамонт пришел, десятку скинул разом. Десятку мамонт разом прям скинул. 10 000. Да, зайка, 10 000. Одним разом, одним донатом. На ламоде? Можно. Можно, можно. Можешь себе позволить. Да. Да, малышка. Целую тебя. Люблю. Если ты не пи***бол и настоящий мужчина, то покажи по вебке 14-ю страницу в паспорте. Не на ю**у зеблов. Если нет, то соси каблук. А чё там на 14-й странице? Чё там на 14-й страничке у нас? Челябинск, ну вот тебе же нормальный видос с легальным ВХ скинули. Попробуй сделай, хоть чему-то научишься, прогресс будет какой-никакой. Чё? Чё тут? Ничего тут, а чё? На из положения о паспорте гражданина Российской Федерации. Первое. Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удовлетворяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Чё? Всё? Может, ничего тут? А чё? Так, ладно, ребят. Ой, перданул. Показывай паспорт или рогатый женатчик. 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 Не понял. Показывай паспорт или рогатый женатчик. Выключай, дура, сколько стоит? Сколько стоит выключить майн 300 000? Деда, включи в настройках графики свет предметов, и тогда факел в руке будет светиться. Бля, посмотрите, этот придурок походу круговорот прокопал и пришел оттуда, куда пришел. Ебать он лох, дайте ему наклык. Закрой вот, ща, братан. Да я уже искал, у меня нету дополнения, Optifine надо. Женатикам, женатые, это значит мужчины серьезные. Ничего, типа... Слышишь этот звук? Ты попал под каблук. Сюда. Ой, драка. Драка. О, драка. Сейчас уебать. Мама. Мама, текаем. Ой. Три кусочечка колбаски. Ну что, полудура, покопал. Копай, копай дальше, потом сдохнешь и завишешь, как свинка прихрюкивая. Мразка, сука! Мразь, сука! Пошло все нах! Сука. Ой,
Аха. Чтобы была броня! Аха. Я хочу себе броню! Аха. Аха. Сейчас уебе! Я сделаю это. Я это сделаю. Я открою творческий режим, чтобы просто сделать то, что я хочу. Я возьму оттуда глаза Эмбер Спирита и буду вставлять их туда, куда надо. Поняли? Это не значит, что это читерство. Не нервничай. Потому что я уже тварь был там. Я нашел его сам. Я сам знаю, сколько их надо. Я их уже половину достал. Это финал, да, это финал. Это финал, да, это финал. Если сегодня не убьешь дракона, то ты анальный гном. Имей это в виду. Да, ты сегодня видишь, это финал. Ты это финал не видишь, да? Метака сегодня, атомик хер. Атомик хер. Мартышка прошла Майнкрафт на изи. А ты нет, сегодня финал. Женщина, а играть нормально, сегодня будем. Твоя мама, кстати, прошла Майн... Ты специально Аттар сидишь, чтобы дроп твой пропал за 7 минут. Долбанный нахуй ты начал опять руки себя под домом. Сын Таджика немытого. Ты мог железо найти в пещерах на улице. Обезьяна больше, чем Денис. Ты деб. Разбил посуду вместо того, чтобы ее мыть? Иди мой посуду, иди мой посуду, иди мой посуду, иди мой посуду, иди мой посуду. Лучше мытая посуда, чем посуда не мытая, урод! Чат, а прикиньте, первый раз человек заходит на стрим и видят вот эту в конвульсиях умирающую никчемную посудомойку. Я бы в ахуе был бы. Да ты посуду лазами. Отсюда! Еды у тебя, сука, не хватает. Мозгов у тебя, блядь, не хватает, чтобы ферму сделать. Я тебе говорю, сделай ферму. Не, блядь, зачем? Я сейчас первого раза пройду. Я ему говорю, блядь, ну хоть что-то оставь. Ну ты видишь, у меня инвентарь еще не полный. Фу, на. Я не могу просто это смотреть, просто конвульсии женские умирающего тюленя, блядь. Да? А ничего, допустим, если человек говорит одно... Давай помощь окажи. То есть скажи, как это правильно сделать. Как правильно сделать ферму, объясню. Сука, ты видишь, что делает? Специально. Специально не голосуют, суки, а? Что это за гады, а? Вот голосуйте, сука, за творческий! Нет, деда, ты не будешь ставить творческий режим. Докажи всем хейтерам, что ты способен пройти эту игру своими силами. Я способен, и если ты это сделаешь, надо. Лалочка приедет, и твой камшотик приедет на ебало. Лалочка и так приедет, если я разрешу. Ну вот серьезно, тебе самому стыдно? Игра 6+, ты ее с творческим собираешься проходить. 34 года, стример. Геймер. Позарник. Когда Богдан нет, так, вырастет, его же в школе зачморит за такого батю. Да. Ух, слабость. А Ксюху? Слушай, я же как бы ее прошел уже все. Мне только не хватает ингредиентов некоторых. Ну как бы я знаю, где их взять, все такое. Просто каждый раз у меня дропается дроп, я начинаю по новой фармить. Вот это вот загвоздка-то такая. Бам! 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 Только включился. Смотрю, Майн сегодня проходит продуктивно. В чате опрос на включение творческого. Дед бегает, фармит дерево и еду. Да, дай угадай. Решил поплавать в Яше или проверил сатуберки. Итак, вот задание на супер игру. Да, самарский стример да, по кличке Гладволака сбожится и обещает пройти обезьянью игру под названием Майнкамп. Майнкрафт, прошу прощения.
течение прохождения его верный друг и уборщик Сережка просил его помыть. Слово из шести букв. Минута пошла. Вот это вот стоило того, чтобы я просто взял и включил эту хуйню. Чем девка моложе, тем ей меньше лет. Вот и все. Все, сейчас я тут быстро себе на фарме да пойду. Уже глаза Эмбера выбивать и все прочее радости. Можно поработать хай, с таким дедушка, аппаратом. Хай, дедушка, такой вопрос. Да, лучше писку хай. Полизать или посуду помыть? Сначала посуду помыть, а потом можно и письку полизать. Разрешат. Хуй стоим, смотрим, дебил. Иди нахуй, здесь тебя никто не ждет. На. Еще один. Тихо! Тихо, фу! Педа, фу! Поставить, что ли, кровать здесь? Ой. Слушай, а может правда кровать здесь поставить и пол, типа база будет? Чтоб каждый раз не опускаться. Да иди ты на... Ой, блядь. Блядь, да что ж такое? У меня нету рендита. Блядь, да что ж такое? Боже, деда, передай привет для Санива Ракси, он мой пожилой друг, и я его очень сильно люблю, деда, давай. Какая залупа. Так откуда они взялись? Спокойно же все было. Я стоял себе, сука. Я просто хуя. Я не мог ничего с ними сделать, это пиздец. Разрешите ему уже хоть как-нибудь эти глаза ебаные добыть. Он такими темпами еще года 300 дранить будет. Епанчо. Ой, смерть. Бесполезно пытаться учить его. Чего же добить натуральный? Да, Кита обезьяна спала, ты не смог. Давай, вспомни эту песенку. Обезьяна смогла, а ты не смог. Ой, идет сын говна, хочет драться. Там противники, сука. Это не мой дом. Тихо, беда. Ой. Мама, мне пи***а. Тихо, блядь. Блядь, рыцарь смерти. Домик сделаю. Запрячусь. Тихо. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Сейчас чуть-чуть переждем, жесть.